Жил-был зайчик. Мама зайчиха каждую неделю постригала своему зайчику ногти на лапках. И зайчику это не нравилось, и он капризничал, плакал. Она очень расстраивалась, что у нее маленький зайчонок вел себя как бешеный змеенок. Но вдруг однажды она больше решила не стричь своему зайчонку ногти. Пошла неделя, пришла другая. Зайчик ногти не стрижет. Они уже за деревья и кусты начали цепляться. Вот выпал снег, в лесу наступила зима. Друзья зайчика позвали снежки играть и да из горки кататься. Пойдем снежки играть, зайчик. Давай на горке кататься. Хотел зайка пойти на улицу, собираться на улицу. Хотел один одеть рукавички, а не шок, и убежали от него. Хотел он взять шарфик, а потом как раз, как змейка, в окно как уполз. Хотел одеть ботиночки, а они за дверью бежали. В зайке очень хотелось гулять, но на улице-то было холодно, поэтому не погуляешь, заболеть можно. Заплакал зайка и стал звать маму. Мама, мама, что случилось? Почему от меня все вещи убегают? А ты посмотри на свои лапки. Какие у тебя ногти длинные выросли. Это же не ногти, а настоящие когти. Вот ты ими все свои вещи и распугал. Тогда попросил зайчик маму подстричь его ногти. И когда только их подстригли, рукавички, шарфик, ботиночки на него сами оделись. Зайка счастливый побежал гулять.